Окружение сильнее воли. Только вдумайтесь в эту цифру. 70% нашего успеха – наше окружение. Это то, о чем нужно помнить, когда очередная подруга детства пытается поныть, как стало тяжело жить. Или когда родители качают головой, когда ты живешь своей жизнью, а не их. О чем нужно думать, когда становится ясно, что ребенок, кажется, связался не с той компанией от безделья или от того, что у него не осталось других вариантов. Всегда надо понимать, каким глобальным переменам может привести просто изменение компании. Отдать спорткружок, перевести в другую школу или куда-то еще. Только нам решать, какое окружение будет рядом с нами. Будет ли оно нас тянуть вниз или наоборот поможет расти. Нам важно, кто нас окружает.